Окей, ребята, мужчин, все, кто был в сапогах, все, кто в сапогах, с праздником. Это ваш настоящий сегодня праздник, ваш день. Но напиваются почему-то женщины больше. Хорошо, значит, смотрите. Вышла интересная штука новая. Всегда, когда что-то новое в США по трафику выходит, туда сразу прыгает куча народа и идут большие обороты. И вот действительно 20% конверсии — это очень-очень хорошо. Везде обычно 4 за счастье. Здесь пока что 20. На эту эпопею я натолкнулся со своим спонсором опять, когда мы застряли на Фейсбуке с Total Takeover. Он не дает проходить ссылкам. Поэтому мы искали выход, нам посоветовали это. Я сюда зашел и прячу свои ссылки, плюс имею тройной трафик. Сейчас показываю как. Я закинул сюда две страницы. Мне сразу же сделали вот такие ссылки. 81 просмотр по всему интернету идет. Здесь 18. Значит, когда мы нажимаем на эти ссылки, Facebook их не видит. То есть, вот открывается моя страница захвата. И сейчас выскочит окно, которое рекламирует чью-то рекламу еще здесь. Вот будет здесь 11 секунд. У меня слабый интернет сейчас, поэтому не вырисовывается. У кого сильно, вы сразу видите. И также и ваша ссылка будет у всех людей этой компании выпрыгивать вот здесь внизу на 15 секунд. Они будут видеть вашу рекламу. Помимо этого, когда мы идем на Facebook и вставляем этот URL, то Total Takeover не видно вообще. Он весь завуалирован. Я сейчас взял другую ссылку, но даже если я беру Total Takeover, его здесь не будет никак. Здесь будет viral traffic, Facebook это не видит его, и когда я нажимаю публиковать, он пропускает. Можно просто любую картинку свою еще вставить. Все, без проблем. Никто ничего не видит. Поэтому у нас здесь тройной трафик. Вам здесь начисляются при входе 1000 кредитов всем бесплатно. И как бы все люди, они рекламируют вашу страницу. И вы, и они. Когда вы используете вот так вот их ссылки, то здесь внизу на 15 секунд выскакивает окно с чужой рекламой. И также кто другой человек, выскакивает окно с вашей рекламой. То есть интересная стоящая штука. Теперь вы, когда будете делать любые ссылки, делайте их здесь и рекламируйте их везде через вот этот трафик бар. Люди будут еще к вам подписываться, вы будете получать от них кредиты, и когда они будут рекламировать свои ссылки, будет также ваша реклама, то есть это вирусный трафик. Поехали. Как создать ссылки? Надо нажать вот сюда, значит, логин, потом links. Очень просто все. Опускаетесь ниже. И вы видите вот здесь такое поле. Вот сюда вставляем сейчас, это удаляем. Total Takeover специально, чтобы вот вы увидели. Для себя пишем, что это. Пишем Total, чтобы понимали, что это за ссылка для вас. Берем Affiliate Marketing, в какой категории это относится для рекламы. И нажимаем Create Viral Bar. Создать вирусный трафик. Все, мы создали, идем вниз и смотрим, что она у нас, эта ссылка, находится теперь вот здесь. Номер 3. У меня две было. Это номер 3. И вот мы копируем. И сейчас проверим его на Фейсбуке. Уже вот с Total Takeover видно. Как он его пропускает или нет. Идем на Фейсбук. Ставим ссылку. И по всем соцсетям именно так рекламируйте. Американцы Traffic Bar знают очень хорошо. Смотрите, нету никакого Total Takeover вообще даже близко. Вообще ни одного слова об этом. Опубликовать. Все, Facebook пропускает без проблем. Без проблем. Только свою картинку здесь поставить.